Так, это у нас попытки были мертвого новогвинейского в эпоксидку залить, но он всплыл, поэтому придется его еще заливать. Тут у нас, как он там, хитростома дилатат, вот этот гигантский, который палочник, который ногами дерется. И тут у нас Ранулюс нематодес блю. Сейчас контейнером куплю хороший. Тут сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук мне дали. Круто. Так. Что еще? Вроде пока все. Значит, не этот. И вот здесь у меня еще новые яйца австралийского. Точно. Вот, я думаю, что-то не хватает. Так, а эти что вытворяют кордильерские? Мне... Ах, вы извращенцы! Ты посмотри, что они делают. Это они спариваются, маленькие. Я не буду подглядывать за вами. И глаза как выпучила. Да не смотрю я на тебя. Правда, смотри, они спариваются. О, хвостики как подогнули. Ты мой сладкий. Какой ты мой молодец. Давай, давай, яички у нас будут. Молодец. Сейчас с этого ракурса глянем, что они там вытворяют. А ну-ка. Ты мой сладкий. Ах ты негодник. Ах ты негодник. Так, смотрим дальше. Наш долг... О, нифига себе, как он лист объел. Это наш любимый. Ханиела горохове. Вообще... Какой ты колючий, заяц. Какой ты колючий. Он за сеточку зацепился. Как его там снять, я не знаю. Вот, ты мой маленький. Я ни у кого такого не видела. Такой он красивый. Я не могу. Кстати, такой долгожитель, а? Лапочка. Иди сюда. Иди сюда, мой красавчик. Такой он красивый, я не могу. Но лист вот этот я вчера ему дала, уже такой кусок съел. Все, попрыскали и будет с тебя. Ага, очень красивый. Такой лапочка. Дальше у нас неожиданный, неожиданный и нимфочка неожиданного. Нового пока нету. Нету, нету. Яиц нету. Ну ничего, сейчас они мне отложат тут. Так, чуть-чуть попшикали и хватит. Вот этого надо отсадить, а то я его сейчас, мальчика этого, могу... Ой, как он перевернулся. Могу его нечаянно задеть, лапочку придавить. Так. Палочник, спичка. Спичка. У нас тут должны быть две нимфы. Так, где две нимфы? А вот. Вот тут одна. Ну, не видно, наверное, он совсем маленький. И вот. Вот она вторая. Так, чуть-чуть водички пшикну, потому что совсем маленькие, не надо им много. Так, этих я пересадила. Тут у нас два намских палочника. Всех продала, себе вообще ничего не оставила. Вот. А, тут яйцо, кстати, новогвинейского. Это надо его отложить сюда. Ой. Вчера отложили яйцо мне новогвинейские. Вот они сидят, два таких спокойных. Так, а тут у нас вот что творится. Тут у нас вот так вот теперь вот яичко одно сюда кладем. Так, посмотрим, что тут у нас. Это кто? Ты что, спишь? Это он спит или умер? Что-то я не пойму, он спит или умер? Блин, да ну нафиг, ты сдох, что ли, а? Чё? Вчера же живой был. Я что-то не... Блин, ты чё? Это прикол какой-то? Блин, дочка, это же девочка новогвинейского. Ножки шевелятся. Я что-то не пойму. Нет,
Нет, он умер, походу. Как-то я его один день, короче. Офигеть. Я не пойму, это ноги он по инерции шевелит или как? Ну, походу, помер. Я так поняла. Жалко. Только купил и уже помер. Не знаю почему. Так, и тут у нас за корой находится. Слышь, это тоже сдох, походу. Что за хрень? Тут один, вот я вижу, один молодой. А, ну и вот еще один молодой. Очень странно. Подожди, они же не могли. А почему они сдохли? Я понять не могу. Они же такие живучие. Нет, этот что-то еще шевелится, походу. Смотри, да, он еще шевелится. А этот живой? Ты живой? Этот живой. Так, сейчас посмотрим, этот живой еще. Нет, они, походу, это оба, короче, были уже такие взрослые совсем. Да нет, вот он двигается пока. А толку-то какого? Толку нет. А, ну вот еще одно яйцо, кстати, лежит. Вот яйцо лежит. Симпатичное. Вот яйцо. Блин, она, наверное, я... Вон тут яиц сколько. Яйца, наверное, понаоткладывала, и все. Вижу раз, два, три. Вот третье яйцо. Четвертое яйцо. Так, что тут еще яйца-то есть? Так, я вижу 4 яйца. Этот товарищ у нас, наверное, это я не знаю. Как его сюда поставлю я его? Так, я сейчас 4 яйца нашла. Ой, что-то я расчихалась. Так, 4 яйца. А, ну она типа как жива, короче, я так поняла, но все, она уже умирает. Или умерла практически. Ну, у нее сейчас было какое-то шевеление и все. Ну да, они походу спарились и все. 4 яйца осталось. Так, вот я вижу пятое, тут есть пятое яичко. Так, а еще яйца ты мне дала хоть сколько-нибудь? Нету больше яиц. Блин, как жалко, а? Ну ладно, будем ждать.